неправильно питаемся, и худеть мы не пытаемся, вечно жрем чего не попадя, вечно пьем чего нальют, и только жены наши бедные, диетические бледные, одуревшие от бескормицы, зелень вялую жуют, а шашлычок под коньячок и соус остренький к нему желательно нарезать кольцами лучок. Очаровательно. Очень вредно есть соленое, очень вредно есть перченое. Ой, а как вредно есть вареники и мясо жирное в борще. Говорят с тоской ученые, что опасно есть копченое. А по последним изысканиям крайне вредно есть вообще. А у меня система нервная, а слишком нервная, наверное. Я голодный, сволочь, сволочью, а сытый я не так уж плох. А нервы щавелем не лечатся, организм тоскует, мечется. Мясо просит тигры, граждане, не едят чертополох. А взять грудинки пожирней, еще ветчинки к ней, да лососинки к ней. Стаканчик хлебного вина, ну и изумительно. Проповедуют умеренность, аскетизм и воздержание. Говорят, умерь желания, скушай грушу на обед. А спорить с этими аскетами все равно, как с морковными котлетами. Ну какая философия у морковных, у котлет? А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь, здесь пахнет пряностью и дикой радостью. Ну как же можно без гуся? Нет, не дождетесь. А так что дай вам Бог здоровечка, а также стула регулярного, настроение лучезарного и душевного огня. А ежели есть желание нескромное кушать что-нибудь скоромное, так уешьте, люди добрые, и пеняйте на меня. Зовут, зовут тефтели и жареный петух в здоровом толстом теле, здоровый стройный дух. Не надо, братцы, слушать пустую дребедень. Давайте, братцы, кушать хотя бы через день.